Перед нами чудесный вечерний туалет начала 20 века. Это эпоха модерна, когда в моде будут закрытые платья с достаточно высоким воротом. А вечерние туалеты обычно были довольно-таки открытыми, с рукавами 3/4. Но здесь мы можем определить, что это вечернее платье благодаря пайеткам. Это металлические диски. Но, кстати, в 30-х годах 20 века появляются желатиновые пайетки. Они, правда, могли растворяться в воде или при высокой температуре, поэтому недолго просуществовали. Возвращаясь к этому платью, мы видим с вами асимметрию, характерную для модерна. Обращение к теме природы. В таком платье могли, например, ходить осенью, да, оно чудесного табачного цвета. Можно увидеть силуэты птиц, то есть обращение к теме природы тоже характерно для модерна.